Народ, всем привет! С вами снова канал «Училка физкультуры в Эмиратах». Мы в Эмиратах, в городе Эляне. Мы с вами сегодня исследуем Бавади Молл. Сколько уже моллов мы вам показали, и несколько в Абу-Даби, и несколько в Эляне. Но мои ученики, которые местные, которые богатые дети, говорят, что Бавади Молл самый крутой. Некоторые даже утверждают, что круче Марины Молл. Но сейчас пойдем посмотрим, узнаем, какой он такой крутой. Ставим лайк, подписываемся, поехали! Он Бавади Молл. Огромнейший молл в городе Эляне. Смотрите, просто вот территория какая. Вот вход. И вот там еще идти, еще один боковой вход есть. Всякие кафешечки, ресторанчики. Теперь смотрим. И там дальше он еще идет. И не кончается, и не кончается. Так что сейчас зайдем, посмотрим, покажем. Вот надпись там. Бавади Молл звучит как-то так, как тренд какой-то. Бавади, как Гуччи прям. Всегда думала, что он пишется Бавади. Нет, он Бавади Молл. Один из самых крутейших моллов Эмиратов и самый крутой молл Эляйна. Сейчас пойдем и посмотрим. Вот, друзья, вот мы и внутри. Смотрим масштабы, начинаем смотреть масштабы. Большой. Все, сейчас начинаем ходить по магазинам и вам все показывать. Ну вот, зашли мы только в одно отделение возле H&M. Смотрим, лифты есть. Да, значит, молл двухэтажный. Женихи, он есть там, кофеек пьют. Два этажа, большие. Экскалатор есть, все есть. Вот. Ну, в общем, пойдем поднимемся, будем наблюдать. Все, Наташа уже нашла духи. Emirates Pride Perfume. Не знаем, что за фирма, но вот уже интересно взять и понюхать что-то. Непонятно по ценам, непонятно по фирмам. Красивые упаковки, но человека нет, наверное, вышел куда-то. Передохнуть может. Независимой экспертизой будет. Очень независимая, да. Вот Zara напротив, H&M, ну, в общем, много магазинов. О, Bath & Body Works, наш любимый магазинчик. Ну вот мы зашли в наш любимый Bath & Body, мы про него вам рассказывали, ссылочка вверху. Смотрите, все в тренде роза сейчас. Какие классные подставочки для свечечек, да? Свечки, кстати, на распродаже от 10 долларов до 59 дирхам, это где-то 15 долларов. Ну, смотрите, какая балерина роза есть. Роза Water, лаванда, роза Гордения, какая-то Fireside роза. Короче, все роза, все роза. Тебе нравится? Ой, красиво как. Ну, Новый год-то прошел уже сколько месяцев? Сколько месяцев назад уже? Месяцев 5 Новый год прошел назад. Ну, вот такую парфюмерию можем купить здесь, но здесь мы заострять внимание не будем. Уже мы снимали про это. Все, выходим. С Bath & Body Works, классный магазин, рекомендуем еще раз. Смотрите, какой, и дальше открывается следующая ветка. То есть тут ветка на ветке, и много всяких брендов. Вон Sephora, Pandora, Marks Spencer впереди. Вот такой огромнейший молл, экскалатор. Ну, идем дальше смотреть. Вот решили Либру попробовать. Вот, Наташа все время хотела Yves Saint Laurent посмотреть. Ну, вот цены я не знаю, посмотрите. Цены такие недешевые, конечно. Это мы в Sephora и пробуем с меня крутые бренды. Вот Sephora здесь какая крутая. Ничего. Наташа все пробует, а я вам показываю. Здесь так тоже снимать не разрешает, но я вот решила немножко вам показать. Мы дальше идем к Dior уже. О, конечно, See Like Chanel. A Like Armani. Волшебный ящичек. О, Кавали. Я, кажется, знаю этот аромат. Мы на него обзорочку делали. Парадизо Азур. А мы за сколько его взяли? Вообще, совершенно, с этих субтитров совершенно за другую цену. И все они со змеечкой такой, да, на крышечке. А вот это... А, не Dior. А, ну, как тебе пахнет? Это Диориссимо. Ну... Напоминает сирень, честно. Dior Like Day напоминает мне сирень.
Вот Наташа нюхает. Не хочу просто снимать девочку, она мусульманка, не хочет попасть в кадр продавщица. Ну, так чуть-чуть разве что. Вот Анастасия здесь есть. О, мы тут брали эти щипочки. Прикольная у нее тема есть такие, всякие подводки. Что там Гуччи, Гарлен, Эрмес. Есть Ланком, Родригес, Том Форд и Сен-Лоран. Ну вот. Кстати, всегда очень много местных в этом магазине, но оно сейчас нету, так что мы немножечко подснимем вам контент. Правда, музычка мешает, надеюсь, YouTube не заблокирует. О, Живанши есть. Ну, тут цены, конечно, обалденные. Так, ну, дороговато. В марке Спенсере тут распродажи. Отдельчик распродаж. Посмотрим, вот. 49 дирхам такая кофточка. Не знаю, прикольно, не прикольно. И вот еще такие есть рубашечки. Сколько она? 69. Вот по 39 такие кофточки я люблю с длинным рукавом. Но мне чуть-чуть бузорчик другой. О, рубашечка такая интересная. 79. 79 дирхам. Тут, наверное, не все по 79, но это распродажа. Еще что интересно, у марки Спенсер, видите, там конфетки продаются. Конфетки, шоколадки, их тоже очень сильно берут. Маша, какая нравится? Какая? Вот эта. Наташа говорит, какая-то кофточка ей понравилась. А ну покажи. Нет, цвет, расцветка. О, расцветка, да такая, знаешь, сбоку леопардик такой. Реально. А сколько она? 120, я была 175, 120, ну прилично, 120, прилично. А и здесь по 120, я думала, они по всей, по 70, не, вот по 120 и по 120. Вот еще, кстати, у Марка Спенсера, видите, много там всяких кофе, чаи, шоколадки. Они популярны здесь в этом. Интересно. Подошла я все-таки к печенюшке вам показать. Вот 2 за 30, ну, то есть почти 10 долларов. Ну, 8 долларов, 2 пачечки. Ну, я не знаю, стоит, не стоит. Швейцарское печенье, Swiss шоколад, швейцарский шоколад. Не знаю, как бы. Просто сильно странно, Mark & Spencer единственный магазин, который продает и одежду, и всякие печеньки. Третья раздевалочка Mark & Spencer, как вам? Зашли померить кое-что, просто вообще. Вот это вот я понимаю сервис. Привет. Вот это просто круто. Вот даже для людей с ограниченными возможностями. Вообще великолепно. Просто какие-то королевские переодевалочки. И никого нету. Класс. Вообще здоровски. Из Mark & Spencer. Смотрите, какие здесь лежат прям пасхальные подарочки. Яиц сколько. Ну и снова показываю, что всякие шоколадки и корнфлейкс, всякие штучки вкусные здесь есть. Сейчас все покажу. Вот яйца, класс, да, как камушки такие. Вот еще яйца. Вот большие яйца, драконовские, что ли. Еще и еще. В общем, смотрите, как интересно. Вот овечка какая за 19 дирхамчиков. Съедобно, интересно. А вот вообще какие-то приколы. Яйца, да, оп. Ха, класс. Вообще, что только они придумают. Молодцы какие. Там дальше по молу, смотрите, какой кабриолет шикарный. Collections написано. Это прикольные вещи здесь точно. Телефонная будка Лондона. А, класс. Мишки всякие, мишки Тедди висят, супермены. Вообще прям круто. Ну и вот дальше идем мы и дальше, и дальше. А это вообще просто, смотрите, это же Бэтмена машина или кого? Такими поднятыми вверх дверями. Классный отдельчик. Вот, идем мы дальше. Смотрите, какая здесь красота. Особенно, когда здесь концерты проходят. Видно, да, такая платформа. Но сейчас, к сожалению, конечно, никаких концертов нет. Смотрите, какая просто как бы льющаяся вода. Очень такие в Гонконге похожие аттракционы есть. Очень красиво. Сейчас подойдем ближе, посмотрим. Ох, тут ветер такой начинается, класс. Приятно водичку видеть. Просто льется на нас. Класс.
Ну и дальше уже второй этаж идет, и всякие кафешечки. Сейчас тоже. Магазинов еще тоже осталась целая куча. Посмотрим, покажем сейчас. Еще ничего не заканчивается. Мол, просто огроменный. Просто любуюсь. Такие себе сувенирные киосочки есть с чаем. Также есть и с магнитами, но вот я обращаю внимание, что есть чай, всякая травка, всякие такие медицинские прикольные штучки. А, ну маски, конечно, куда же без этого. Наташу заинтересовала омега-3, смотрит. Здесь всякие масла, и как пахнет вкусно, жалко вам не передать это. И джинджер, и финиковые масла. Ой, морковочное масло, никогда не видела. Сезам ойл. Оранж ойл, смотрите, класс. Наверное, вкусно пахнет апельсинкой. А также змеиное масло есть. Вообще круто. Слушайте, что интересное такое. Ну, по ценам не знаю, посмотрю сейчас. Думаю, что цен нету. Да, наверное, надо спрашивать. Ну, срок годности есть, цен нету. Всякие вот такие штучки мы на Шри-Ланке, помню, пробовали. Алоэ масло, когда ожог у тебя солнечный. Ну, от солнца вообще круто помогает. Вот такой вот киоск интересный. Детские наклеечки есть и все остальное. Зашли в магазин Лависа. Наташа затащила, говорит, такие сережки, говорит, нашла на сайте красивые. Ну, по 19 дирхам. Здесь 29-39. Очень много местных, поэтому снимаю только сережки. Вот, чуть-чуть магазинчик еще покажу. Очень много местных, которые действительно эти сережки выбирают. Представляете? Что Наташа уже высмотрела. Ого, эти вот 49. Такие вот. 49, то есть где-то 15 долларов где-то стоит. Так это special steel какая-то? Если Наташе нравится, то, наверное, что-то в этих сережках есть. Хотя, не знаю, бижутерия. Ну, прикольно, прикольно тебе смотришь. Смотришься хорошо. Так посмотри, может, есть еще. Вот змеи всякие висят. Это вообще какие-то индийские украшения. Ну, прикольно, прикольно. В общем, браслетики. О, такая бижутерия симпатичная. Браслетики вообще классные, посмотри. А, ну, 109,79. Ого, здесь цены. 109 дирхам, 30 долларов. Мама не горюй. Так, это не дешевый магазинчик, не дешевый. Ну, вот такой здесь тоже есть. Наташа все-таки выбирает здесь себе сережки. А я хочу показать вам, да? Такие красивые, в принципе, яркие, да? Казалось бы, такая бутафория 69 дирхам стоит. А вот это вот красота. Смотрите, да? Ну, прикол какой-то такой. 99, 27 долларов. Ну, не знаю, 27 долларов, друзья мои, по-моему, все-таки дороговато. Это вот напоминает, знаете, такой из пластика, пластилина делают на Андреевском спуске. У нас тоже 99 цена. Наверное, тут все по 99. Ну, как-то, не знаю, такой дорогой магазинчик. Думали, бижутерия простая. Непростая, непростая, друзья мои. Наша себе выбрала похожие, как она хотела, сережки, да, такие. Вот здесь 89 они стоят, но 50% офф. Ну, не знаю, но на тебе смотрят, реально померить. Вот, 50 офф, и здесь очень большой выбор всяких сережек, висюлечек вот таких вот. Ну, 89, считайте, 90 делить на 2, 45, это где-то 13 долларов, может, в субтитрах укажу точнее. Но этот весь стенд 50% офф. А это стерлинг силвер. А это круто. А вот возле кассы вообще что-то золотое нашла, что-то не могу понять. 3 по 79, вы же шутите? Бэйби карат, золото, стерлинг силвер, 2 карат, 1 карат, 2 карат. То есть 1-2 карата, вы же понимаете, блестит круто, но что, серьезно, это золото за такие деньги? Да не, ребят, что-то это вообще непонятное. 1,4 карата. Вот, вам переблескивает как-то, я пытаюсь показать. Конечно, телефонной камерой сложно, но... Ну, прикольно, слушайте, здесь столько местных просто. Ну, и вон хорошие распродажи такие. Ну, как сувенир классный, неважно откуда. О, сейчас пойду, Наташа уже, кажется, нашла, что хотела. О, ты нашла, что хотела?
Это чистое серебро. Так я же тебе прочла там, что 925. Вот я их искала. А вот Наташа хотела эти серьги, то есть пусть наведется. Вот, смотри, какую красоту Наташа хотела. Но смотри, цена 79, да? Да. А эти 89. Я спрашиваю, почему разница? Она говорит, так это же серебро. Разница потому, что это серебро, а это простой металл такой, да? Ну, как бы кристаллики Сваровски. Сейчас подумаем. Так что вот в такой необычный магазин мы зашли. Сейчас, если купим, скажу вам. Наташа точно уже выбирает, не знаю, что она. Ну, покажи те, которые ты хотела. Ага, понятно. То есть вы выбрали на сайте с камушками. Кстати, я там золото видела, какой-то бэйби-карат, подойдешь, объяснишь мне. Не знаю, ну, обе классные. Даже не знаю, а что наши подписчики напишут, интересно. Золотые здесь есть? Покажи. Покажи, во-первых, покажи, ну, какие они. Ага, и переверни цену. Тоже 79. 79 золотые? Что за прикол такие? Ну, они же не такие? Золотые. Ну, ну позолоченные, ну ты что, ну это понятно. Это не позолоченные тоже, это просто... Какая-то спеша... Ну, покажись. Ага, не знаю, эти тоже классные. Да, ну эти вот синенькие, это ж, мы помним, это серебро, это 50% скидка. Вообще круто. А вот приколочки еще какие-то классные, действительно. Ну, цена, да, 69, но посмотрите, как оно классно сзади на голове смотрится. Вообще какая-то фантастика. Их приколочек здесь. Ну, тут все, по 99, по 69. Классные такие. Это, как это вот, на голову когда одеваешь? Диадема вот. Сама спросила, сама вспомнила. Наташа уже себе выбрала и... И заколочки. Ну, красиво блестит, знаешь, блестит какая-то. Как бриллиантик какой-то. А мне дай пенданты покажу. Пенданты, точнее, кулончики. Смотрите, мне вот такой понравился. Ну, просто прикольный. Не то, что там я хочу себе купить, но вот очень красиво смотрится. Сколько стоит? 69 дирхам. Все цены озвучены. Вот кулончики с сережечками. Вот я под сапфирчики даже. Здесь вам видно, потому что здесь очень ярко. Может, за свет идет. Себе потрясный магазин, даже мне нравится. Вот какие-то колечки. 50% скидка тоже. Они блестят, так это кристаллы какие-то. Это точно необычная бижутерия, это реально какие-то прикольные кристаллы. Переливается просто здорово. Наташа говорит, это даже какой-то вроде как сингапурский магазин. Ну, мне так показалось, да, по крайней мере. Я могу ошибаться. Вот Наташа обычно, она знает, что она говорит. Вот тоже кольца всякие. Ну, понятно, что бижутерия, золото так просто стоять не будет, но красиво смотрится. И вот еще. Вот, вернулись мы к зайчикам. Девочка-продавец мне сказала, это... Серебро, да, видим, стерлинг сильвер, 925-е, ну, gold plated, но в плетении золота. Я говорю, а что за камни? Говорит, ну, вот как бриллианты, только не бриллианты, типа как серебро, ну, как золото, да, ну, бриллианты, как не бриллианты, ну, как на подарок, ребята, 3 за 79. И, повторюсь, очень много местных, которые покупают, смотрятся очень бомбовские, действительно, классно смотрится. О, люди повыходили чуть-чуть, хоть покажу вам. Магазин. О, тут уже такие очереди были, сейчас все ушли. Одни мы. Класс, могу показать вам. Вот такой магазинчик. Наташа про него вычитала. Снова Наташа нашла интересный контент. Мы пришли и вам показываем. Эти сережки вы уже видели яркие. Классные, классные, как индийские такие. Вообще настроение создают. Но цена, конечно, приличная. Хотя, думаю, поэтому они качественные, носиться будет хорошо. Ух ты! Вы тоже думаете, что это сапфир, как и я? Почем? 69. Ну, 69 недорого еще так. Почти как тот кулончик, который мне понравился. Вот такой цапочка мне нравится, да? Три колечка и еще в ушки что-то. Вот сейчас идем уже по первому этажу. Это боковой вход в конце. Здесь магазины золота. Все, что поворачивает направо, относится к золоту. Вон Дамас знаменитый. Вот, все вот это вот золото, все это просто усеяно брендами, которые производят золото в Арабских Эмиратах. Надеюсь, когда-нибудь покажем вам контент. На второй этаж уже, по эскалатору. Классно здесь есть и магазинчик вещей для дома вообще интересных. Наташка его любит. И куча других магазинчиков.
Еще мол такой еще. Мы еще, в принципе, первый этаж весь не прошли. Просто мы решили зайти в ресторан «Кориандр». Смотрите наше видео в следующем видео про индийский ресторан. Не кафешечку, а ресторан. Вот идем дальше. Магазин арабских платьишек, игрушки. Смотрите, пока никого нет, да? Казалось бы, уже 3 часа дня. Детский R&B, классный магазин, не только детский. Здесь очень качественная, недорогая одежда, футболки для мужчин, женщин. Игрушечки, Баскин Робинс. Макдональдс, там уже фудкорты пошли. Зашли в книжный магазин. Смотрите, какие блокнотики здесь есть. Покажи. Ой, извиняюсь, это у меня. Ну, цвет просто цвет крутой. А стоит сколько? 50 дирхам? Да. Ну, это дорого, конечно. Хотя, посмотрите, вот какие цвета здесь есть. Смотрите, Ван Гоговский чисто, да. Ну, это вот Ван Гог вверху. Чья эта картина? Да я не помню, ты у меня спрашиваешь. А, Мане или Мане? Мане. Мы видели это в Сингапуре. Вообще классно. Наташа вообще за нитками зашла сюда. За крючком, а также здесь открытки, книги и все такое. А вот мы на втором этаже. Сейчас полностью вам покажу вход, первый этаж. Вот эта вот штучка прикольная. Это лески, да, изображены как капли водопада вниз. Красиво смотрится. Ох, и дует здесь шикарный такой, как ветер. Ну и вот весь вход центральный Бавади Молл. Это еще целое множество магазинов всяких и парфюмов. Шикарно. Пойдем дальше, посмотрим что-нибудь. Зашли в лифт, сейчас проедемся. Вот эти капельки дождя прям. О, круто. Вот такой он шикарный Бавади Молл. Как вам понравился? Ставьте лайки. Выходим. Смотрите, какой молл. Большой, 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 большой. В общем, конца края нет. Вот чем можно в жару развлекаться в Эмиратах, так это вот выходить в моллы на шопинг. Согласитесь, поставьте лайк и прогуляйтесь на шопинг, когда у вас тоже будет жарко. Себе абайю выбирают. Абайи по 150 дирхам распродажа. Представляете, какие красивые. Смотрите, есть по 350, по 200. Вот какие. Повезло местные девочки, отошли, можно поснимать хоть. Смотрите, какие абайи. Были 900-800, стали все по 280. Шикарные цветочки всякие. Это вот сзади, представляете, идете, у вас такой узор сзади. Ну, это вообще круто. Ну, 450, 350, ну... Это все распродажи, я думаю. Вообще, посмотрите, какие рукава, какие детали вообще здесь. Вот. Ой-ой-ой. Какой класс. Да, по 150 тоже есть, ничего так. Давайте я вам покажу еще вот такие вот есть цвета. У меня очень розовый впечатлил и голубой. Хотя я такой носить не буду, конечно же. Я что, училка физкультуры. Ну, вот такие вот абайки есть. Ой, тут уже вижу, что написано, камера снимать нельзя. Ну ладно, вот так мы чуть подсняли хотя бы. Вот, несмотря на то, что уже почти 6 вечера, людей не так много. В общем, приятно здесь гулять. Вот. Все, мы идем вперед, а магазины не заканчиваются. Вот H&M, оттуда мы начинали свой путь сегодня и дальше все продолжаем. Что особенно приятно гулять, что все-таки на улице жара уже дикая, просто 45. А в мальчике можно зайти погулять, пошопиться, покушать. В общем, у кого есть возможность, гуляйте в моллах, друзья мои, когда у вас жара. Вот прям витрина какая-то. Магазины Gifts, Flowers и шоколад. Подарки, цветы и шоколад. Посмотрите, аж какая-то французская витриночка. О, вообще класс. Это какой-то французский вариант такого завтрака, да? Муляж.
Ну, понятно, что муляж, конечно, Наташа смеется. Но такой с собой круассанчик, кофе и пару чизкейков съесть. И сидишь на таком приятном стульчике, и никакого ковида нет, и сидишь ты возле ресторана «Эль Ара», да? Закрыт магазинчик, пока, может, попозже откроется. Красивый такой стиль. Ой, вообще класс. Здесь какие-то сказочные витрины такие. А вот и vaccinated for COVID и тесты. В общем, понятно. Вот в такой же, похожей Абу-Даби сдавала я с клиник центр for COVID тест. Так что всегда можно приехать, сдать тест без очереди. Правда, придется заплатить. А так пока школа платит. Ну, не будем о печальном, будем о красивом. Красота. Вот зашли в Nike. Наташа после туфель, которые мы купили на распродаже в Marine Mall, по-моему, да, меряет сейчас кроссовки Nike. Nike за 146, да? Да, помню. Классная распродажа вообще, слушайте, 146, было 209. Но не мягкие какие-то, мне кажется, такие очень классные спортивные. Не знаю даже, 149, но это... Это немного для Nike. Ну, не, можно, конечно, как мне адики за 66 найти, но это фантастика, скорее всего. Вот. Вот такие вот у нас в Nike теперь уже приключения. И приходится носками делиться. Вот мой носочек, чтобы Наташа их померила. У меня такие колготные носочки, не знаю, как они называются. Так что, а я даю вот свой носочек. На, дорогая, носи их с радостью. Знаешь, как-то определиться. Ну, цена просто хорошая. Мы решили, надо попробовать. А туфельки эковские, да, классные тоже взяли. Наташа их сегодня впервые на разносочку взяла, поэтому вот думаем. Вот Наташа пошла гулять в кроссовках. Ну, вообще классно они смотрятся. Знаете, что под эти как раз черные штанишки. Ну да, такой чек на стиле. Прикольно. Ну, удобно. Все, Наташ круги наматывать пошло. Ну что, народ, все, что вы можете вкусного купить в Тиме Хортенсе, это эспрессо. Эспрессо это вкусно, раньше стоило 5 дирхам, сейчас что-то аж 9. Ну, захотели передохнуть с Наташей, выпить кофе чуть-чуть и дальше идти снимать. Так что вот такие цены в Эмиратах. За эспрессо, это, наверное, самый дешевый эспрессо, вот если вы вот в моле гуляете, 9 дирхам стоит, остальные будут цены выше. Но мы не отчаиваемся, мы снимаем вам контент, ждем вашего лайка. В общем, подписывайтесь, пейте кофеек. Вот мы уже в Карифоре, это магазин типа Ашана или Мегамарк, это, в общем, большой такой магазин со всеми игрушками, едой. Так вот, про сувениры, магнитики, да, вот, допустим, 6 брелочков, 17-25 можно купить, магнитики по 7,50, такие вот 7,50, все-таки чуть больше доллара, 2 доллара, по-моему. Дальше всякие открывашечки, вот верблюдики, очень популярный такой сувенир, ну, 8 долларов где-то он стоит. Ну и смотрите еще, конечно же, Бурж-Халифа башня. Бурж-Халифа 23 дирхама и парус 42 дирхама, парус Бурж-Эль-Араб. Далее такие стаканчики 17-25, прикольные. И еще дубайские стаканчики. Ну, чашечки есть. Одна чашечка сувенирная 17-25. И верблюдики, я думаю, они по 23. Вот такие симпатичные. Ну, то есть всегда есть в каком-то магазине, всегда есть сувениры, магнитики всегда сможете купить, приобрести. Вот такие вот три больших магнита красивых 16,50 стоят. И такой брелочек 11,75. Ну, вот в целях экономии, конечно, вот такие брелки тоже классно купить. Просто, чтобы вы знали, друзья мои. Обещали вернуться, возвращаемся. Такие вкусненькие штучки. Can you tell me exactly the name of this? Эти
флаффи. Это такое японская вкуснейшая штучка. Разогреваешь это как такой какой-то не сырничек. Что это такое? Как можно назвать? Такой теплый сырный пирог. Вот просто вкусное. Мы ее пробовали в Jubail Park Mangrove. Смотрите видео в описании. Это нечто вкусное. Какую смотри, будем какао, выбирать? Какао, фисташковый. Боже мой, какао, пистечо. А это прямо целый торт. А мы вот такую пробовали, да? Да. А this one? The original Japanese. Original. Мы пробовали оригинальное. Вкусно, а вот это так что красиво. Вообще, ребята. Вот это, вот. Это маленькая какая-то. Такое-то мы в Гонконге пробовали, мне кажется. И почем оно? Не помнишь? 16, по-моему. 16 или 19. Смотрите внизу. В общем, будем выбирать. Если будете вдруг в Эмиратах, попробуйте обязательно. Это вкусно, друзья мои. Ну вот такой он шикарный, большой, достойный Бавади Молл. Много мы здесь видео сняли, увидите обязательно и Ахмед Эль Магриби, и ресторан Кориандр. В общем, классное место, чтобы пойти и провести свое время здесь. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!